Новый год исполняются все самые заветные желания. Сотрудники торгово-развлекательного комплекса «Плаза» этому способствуют. Условия акции заключаются в том, что каждый желающий может исполнить мечту ребенка с ограниченными возможностями. На елке желаний находятся письма, которые написали дети. Дети из детского революционного центра «Радуга». Мне попалось письмо Фатыхова Артура. Дорогой Дедушка Мороз, с наступающим тебя Новым годом. У меня все хорошо, учусь я на отлично. Если можно, дорогой Дедушка Мороз, подари мне новую клавиатуру и мышку для компьютера, так как старые поломались. Буду очень рад и благодарен вам. Я обязательно исполню мечту Артура, ведь для нас, взрослых, так просто осчастливить ребенка. Взяв письмо, необходимо оставить номер телефона на ресепшене на 5-м этаже ТРК «Плаза» и отнести подарок до 5 января в администрацию комплекса, также на 5-м этаже.